Приучать малышей к тому, что на дороге нужно быть аккуратными и строго-настрого соблюдать правила, необходимо с самого раннего возраста, желательно с детсадовского. Региональная госавтоинспекция уделяет этому вопросу самое пристальное внимание. К примеру, в детском садике номер 23 теперь появилась оборудованная автоплощадка с разметкой, светофором и миниатюрными дорожными знаками. Хочется сказать большое спасибо, что органы образования и конкретно этот детский сад номер 23, ее заведующие и родители услышали госавтоинспекцию. Теперь в этом детском саду есть великолепная детская автоплощадка, где можно детям с самого малого возраста прививать навыки безопасного поведения. Малыши в игровой форме изучают правила дорожного движения и уже прекрасно знают, что проезжую часть можно переходить только в строго отведенных местах и только на разрешающий сигнал светофора. Конечно, это комплексная работа, требующая усилий как от родителей и воспитателей, так и от представителей ведомственных структур. Чтобы все и дети, и взрослые были здоровы, мы вот теперь надеемся, будем проводить здесь большую работу. И дети этого детского сада, возможно, и близлежащих будем приглашать заниматься с ними на этой автоплощадке, и они будут знать и соблюдать правила дорожного движения. И даже, может быть, подсказывать их родителям. Именно эта площадка была приобретена и оборудована на средства спонсора. Всего было потрачено немногим больше 100 тысяч рублей. Только вдумайтесь, какую огромную пользу и сколько радости принесет подобная интерактивная игра сотням малышей.